Слуцкий дрифт любят, тут атмосфера своя, и такой атмосферы больше нигде нет. Со Слуцка все начиналось, это родина дрифта. 22 августа на стадионе технических видов ДСАФ прошел финал республиканских соревнований по дрифтингу. В субботу на стадионе прошли квалификационные заезды. По итогам этих заездов в финал вышли 32 пилота из разных уголков страны. Основная часть программы для зрителей прошла в воскресенье. В этот день поболеть за своих фаворитов и просто насладиться мероприятием со всей страны приехало более 1500 человек. Стадион в Слуцке давно не видел такого количества гостей. Самых красивых для меня лично. BMW E46 и, конечно же, пилот Войтикович Владимир. Давайте поаплодируем ему! Красиво стартовали мероприятия парадом пилотов. Каждый смог сказать пару слов своей аудитории. В финальных заездах принимали участие две девушки, которые в своем мастерстве ничуть не уступали сильной половине пилотов. Это была мощная борьба за чемпионство. Не обошлось и без поломок, но пилоты не отчаивались и шли до конца. Финальные заезды красиво прошли под освещением фонарей со светомузыкой и яркой подсветкой автомобилей. Сюрпризом для зрителей стал фейерверк прямо на стадионе. По итогам 5-го этапа Лиги Дрифта первое место занял Даниил Пискун на своей зелененькой BMW. Дмитрий Зинькович на втором месте и Денис Славинский замкнул тройку лидеров. Лидером в личном зачете сезона стал Виталий Слободский. Это было очень круто. Ждем в Слуцке Лигу дрифта. Дани, я поздравляю тебя от всей души. Это было очень круто. Максим Правец получается первое место в Кубок. Ты его реально заслужил. Ты перечеркнешь бы в И пошумите все, и вы заплатите! Жу, 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 очень приятно!